Здравствуйте! В эфире программа «Друзья Азербайджана». Говорят, чем красивее душа, тем сложнее судьба человека. В жизни каждого из нас случаются трудности. Моменты, когда кажется, что мир отвернулся от нас. Одна неприятность сменяется другой, и уже не находишь в себе сил бороться с судьбой дальше. В такие моменты многие люди просто опускают руки. Но на самом деле совсем не важно, что вы попали в беду. Ведь в беду может попасть каждый. Важно, каким человеком вы из нее выйдете. Сегодняшний наш герой заинтересовал меня именно тем, как он вышел из беды, в которую он попал. Александр Фоменков живет в Таганроге, писатель, поэт. Азербайджанской общественности он знаком по своим выступлениям в защиту нашей страны. В интернете о нем можно прочитать: выдающийся общественный деятель, политолог и публицист. Но сам о себе он говорит просто: азербайджанофил. Вот у нас в русской истории были славянофилы, там западники, там прочие там. Это фил – это любовь, понимаете? Слово фил по-древнегречески обозначает любовь. Ну, азербайджанофил – это человек, который любит азербайджанцев. Но начинались отношения Фоменкова с Азербайджаном совсем не с любви, а с трагедии. 1 февраля 1995 года, возвращаясь из Баку в Таганрог, вблизи Сиязани, меня заклинило левое переднее колесо, и я лоб в лоб врезался в движущее напротив «Жигули», в котором ехало 4 человека. Один из которых погиб сразу. Одного в тот же день родственники забрали домой, потому что у него была только нога поломана. А двое других умирали на моих глазах. Один на четвертый день, другой на шестой. Сельская местность, плохая погода – все тогда сыграло свою роковую роль. Фоменков попал в больницу с тяжелыми травмами и переломами. А самое главное – с глубочайшим чувством вины в душе. После того, как они умерли, я еще месяц лежал в больнице. Мне предоставлялась неоднократно возможность убежать в Россию. 85-й год. Никто бы меня оттуда не выдал. Я просто не посмел. Понимаете? Я, знаете, это я уже после, уже когда думаю, что я не посмел, потому что там совесть там меня не позволила. А я так вот представил, а как жить я буду всю свою жизнь? При слове «азербайджанец» прятаться за углом за каждым, понимаете? Как говорит Фоменков, самым страшным на тот момент для него была не уголовная ответственность, а ответственность перед родственниками погибших. Как ему теперь взглянуть им в глаза и все объяснить? Их не родственники мне плохого слова не сказали. Никто меня не обидел. Наоборот, там чай давали, бутерброды. Я в Азербайджане увидел, что такое величие духа человеческого. Я, знаете, на Поклонной горе, когда об этом говорил, я говорю: я даже Седой Кавказ выедил пигмеем на фоне милосердия и благородства, проявленного ко мне азербайджанским народом. Ему дали срок в долгие 12 лет. 2 года он провел в Баку, а потом Фоменкова депортировали в Россию, где он попал под амнистию. Но он навсегда дал себе обещание, которое сдерживает до сегодняшнего дня. Когда эти люди умирали, когда последний умер, я сам перед собой поклялся, что сколько буду жить, буду стараться доносить до общественного мнения, вообще понимания азербайджанского народа. С момента клятвы Александр Сергеевич начал изучать Азербайджан. Его историю, культуру, традиции. Больше всего его затронула тема несправедливости армяно-азербайджанского конфликта. В 1947 году
50 тысяч, кажется, человек из Армении выселили. И 100 тысяч, 50, я точно уже не помню, выселили в Азербайджан. 50 тысяч. Потом в 50-м году тоже несколько тысяч. Потом в 89-м они оттуда выгнали 300 тысяч. Через горы гнали. Юрий Помпеев об этом пишет. Давно уже в открытую говорит. Потом об этом Олег Юрьевич Кузнецов пишет. Какую конкретно вы занимаете позицию в этом конфликте? Моя позиция однозначная. Все азербайджанские земли, включая Карабах, являются частью территории независимого Азербайджана. Без исключения. Я вообще удивляюсь, как наш президент, мой президент, Владимир Путин, может общаться с террористами, которыми являются Кочарян и Саркисян. А самой заветной мечтой, по словам Александра, для него является освобождение Шуши. На Кавполите там есть мой рассказ «Шуша зовет». Я его написал после того, как был в прошлом году на мероприятии, которое Лилия Алиева проводила и посольство в Азербайджане, связанное с Хаджалы. И там звучала музыка вашего гениального саксофониста Райна Салманова. И в это произведение было включено Мугам Алима Касымова. Это вообще, у меня сердце остановилось, честное слово. Это вообще, я там писал о том, что это земля Бога. Это голос Бога говорит с нами. И эту землю, увы, варвары забрали. И пока не будет мира на земле, пока Шуша не будет принадлежать Азербайджану. Всегда ли муза нам верна? Виной тому моя гитара, а не нагара и зурна. В житейском море в непогоду к азербайджанским берегам прибился как-то я на годы, мне истину открыл Мугам. Мугам, созвучен ты Корану, ты песня пламенных сердец, и слов любви к Азербайджану поэзия плетет венец. Если в Карабахе начнется война, я даю слово стать строй. Приехать и стать строй. Вот в 2014 году, когда началась заваруха, я сразу приехал. Я даже там такой слоган переделал Демьяна Бедного. Вы знаете, вот, эх, куда же ты, Ванюк, эх, куда же ты, не ходил бы ты, браток, красота, ты в Красной Армии штыки, чай найдутся. Я написал, куда же ты, Санек, эх, куда ты, не ходил бы ты, браток, во солдаты, у Алиева штыки, чай найдутся, без тебя до Хантинди доберутся. Конечно, такое отношение к Азербайджану армяне Фоменкову простить не могут. Поэтому стараются, как могут, навредить поэту. В соцсетях ругают, угрожают, там, обещают, ну, уже тысячу раз к смерти приговорили. Южное, восточное крыло, осалы на меня уже там обещают натравить. Но только вот так вот в интернете ругаются, оскорбляют. Особое место в творчестве Александра Фоменкова занимает Гейдар Алиев. Это его кумир, пример для подражания. Ведь он человек, который мужественно возглавил страну в самый сложный момент ее истории и восстановил мир, стабильность и согласие в азербайджанском обществе. Я и так его всегда уважал. Он мужчина, понимаете? Он достойно, вот причем ЦК, вот, который был, там, да, он более всех достойно себя вел. Понимаете? А вот что вы вкладываете в это слово «мужчина»? Вы его уже не один раз употребляете, за это мне интересно. Ну, есть мужики, есть мужчины, понимаете? Мужчина тут, я же говорю, у мужчины ничего, кроме чести. И когда Александра спрашивает о самом ярком моменте в его жизни, он отвечает, конечно же, встреча с Гейдаром Алиевым. Я приехал на 10-летие независимости Азербайджана и ходил везде, там просил, чтобы меня пропустили. Мне в концовке сказали, что пойди к аксакалам. Я стоял с аксакалами, и у них один личный билет остался.
Они на меня переписали. И вот тут еще должен был один мой друг прийти. Он не смог по семейным обстоятельствам. Он, значит, мы стоим так рядом. Он карабахский, ветеран Карабаха. Ну, по возрасту мы эти. А ветераны отечественные стоят в стороне. Он знает, что я прошусь. Он мне говорит, ты в Бога веруешь? Я говорю, значит, попадешь. И этот руководитель ветеранской бакинской организации меня зовет. И говорит, давай твою фамилию записываем, иди. И я вместе с ними сижу. И вот на втором ряду, и Гейдар Алиев передо мной, он выступал, он часто говорил. Александр Сергеевич посвятил Гейдару Алиеву несколько стихотворений. Некоторые из них он смог даже подарить ему при жизни. Азербайджан, Баку любимый, моя слеза, мой солнце луч, народ, душой непокоримый, твой президент горд и могуч. Дана Гейдару прозорливость, ста мудрецов, о Карабах, когда б война на год продлилась, Кавказ бы превратился в прах. Я президенту гимн пою, коль слух имеешь справедливый, стань перед ним, как я стою, великий человек Алиев. Совсем недавно у Александра Сергеевича состоялся в Баку творческий вечер в Доме русской книги. Там он презентовал свою новую книгу, куда вошли проза и поэзия Фоменкова. В прошлом году, ко дню 70-летия Победы, Российское военно-историческое общество, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека объявили конкурс. То был первый конкурс. Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы». И вот я участвовал в этом конкурсе и был удостоен диплома в двух номинациях. В номинации «Проза» за стихотворение, за рассказ об азербайджанцах «Женщина в черном». И за стихотворение «Штрафбатовец». На вечере собрались все друзья и поклонники его творчества. Гости не скупились на теплые слова поздравлений и пожеланий поэту. Незатронули слова его, которые он сказал в 2005 году на Поклонной горе, что нужно сказать, пришло время сказать правду о карабахских событиях и о роли Азербайджана вообще в мире, в бывшем Советском Союзе. Дело в том, что именно под Таганрогом, на этом Миус-фронте, который месяц 416-я Таганрогская дивизия воевала, погибло 15 тысяч азербайджанцев. И вот он сказал на Поклонной горе, нужно сказать правду. Густо полита Таганрогская земля азербайджанской кровью. Это меня очень за душу тронуло, потому что я сам военный, я знаю, что такое война, что такое смерть, и что такое молодые ребята гибнут. Больше всего в творчестве Александра Сергеевича мне нравится то, как он представляет Азербайджан. В своих произведениях он часто пишет о шахидах, павших в бою за Родину. Заявляет, что Карабах – азербайджанская земля. Он даже написал письмо Путину, где называют Армению страной-оккупантом. Представьте, насколько сложно пропагандировать правду одному в России. Если бы не его имя и фамилия, я бы сказал, что в его венах течет азербайджанская кровь. Александр Сергеевич – человек скромный, поэтому к признанию среди поклонников относится спокойно. По его словам, главным для него является мнение его внуков. Это я вот внукам своим старшим по книжке, по диплому отдам. Я им не оставляю ни золото, ни серебро. Я им оставляю свое честное имя. Наследство. Александр – человек нерелигиозный, но, как он говорит, его всегда спасали Бог и надежда. Будучи в Азербайджане, он прочел Коран, и, по его словам, Азербайджан – это земля Бога. Здесь я его чувствую. А я совсем не уходил, я совесть изводил грехами. Господь страданием наградил, чтоб я Коран прочел стихами. Чтоб веру я вернул в людей в своем измученном сознании, ценой жуткой, тем страшнее. И жить перед Богом наказание, чтобы теплом своих сердец согрели душу мне южане, а Бог, я слышал вас здесь, на Каспии, в Азербайджане. Замечательные слова.
замечательный человек и, по-моему, замечательная встреча. Потому что Александр Сергеевич – человек, который прошел через аварию, через смерть людей, которые погибли по его вине, через тюрьму. И он сделал для себя какие-то выводы и нашел смысл жить дальше. Для него этим смыслом стал Азербайджан. На сегодня у нас все, друзья. Спасибо за внимание. До скорых встреч!